Ну что ж, девочки, дело-то у нас сегодня непростое, а впрочем, нам не привыкать. Мы уже все придумали, Сергей. Да. Мы будем совмещать взрослые и детские зоны. Вот это здорово. Только для начала делаем разметку под фундамент. Наша постройка будет вот здесь, в отличном тенистом месте под яблонями. Участок довольно неровный, поэтому мы решили установить фундамент на винтовых сваях. Для него не нужно заранее готовить площадку. Достаточно определить места установки каждой сваи и вкрутить ее по уровню. После установки каждую винтовую сваю обрезаем, привариваем оголовок. За несколько часов надежный фундамент готов. Мы нашли довольно простое решение. Надо объединить мир детей и мир взрослых. Вместо одинокой песочницы и пары мячей у юных дачников теперь есть свой спортивный комплекс с качелями, лесенками, кольцами, в общем, всем необходимым для активного дачного отдыха. Этот домик с первого взгляда тоже похож на игрушечный, но нет, это настоящий гриль-дом. Снаружи миниатюрный, зато внутри здесь может разместиться большая семья, такая, как у наших героев. Днем здесь очень хорошо, а ночью все строение становится просто волшебным. Этот уголок для отдыха стал частью дивного зеленого участка наших героев.